Здравствуйте, приветствую вас на канале Hardware Set Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить режим энергосбережения на вашем смартфоне Motorola Moto G5S. Для начала мы заходим в настройки, затем в настройках мы листаем чуть ниже и заходим в пункт батарея. Здесь самый верхний пункт — это энергосбережение, и видим, что мы можем включить его автоматически, либо же при уровне заряда 5%, либо же при уровне заряда 15%. Но также можем включить его вручную, нажав на этот ползунок. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!